Звенигородский коридор играет уникальную роль, потому что это та точка, где мы видим пересечение как маршрута север-юг, так и маршрута восток-запад. Потенциал, который закладывается для взаимного торгового оборота стран региона, для более тесной интеграции региональных экономик, он, безусловно, не может быть переоценен, потому что ровно транспортно-логистическая система, особенно климатические условия в зимние месяцы, достаточно ярко сказывается на динамике экспорта, а также на номенклатуре экспорта этих товаров в настоящий период. Thank you.